богослужение кончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в субботу в 16 часов. Выходите из детской сады. Так, выводи армию свою, всех до одного. Спаси Христос. Аллилуйя. Сегодня какого-то особого духа проповедь была. Лучше, да. Мне больше понравилось, чем всегда. Вот да. Сильная такая, да. Во славу Божию. Спасибо за тайны, батюшка. Спасибо. Да, правда, Игнатий Тихович. Я услыхала и задумалась тоже. Спасибо, Христос. Очень хорошая проповедь была. Заходите. Целая армия там сидит. Грудь закрой вот эту верхнюю полость. Никогда не позволяй сантиметры груди видно, чтобы было. Это самое ценное у вас. Береги. Сейчас еще пойдет. Евсевий, выгоняй всех детей. Вот он, последний. Ездра? Ну, знай какой. Щечки-то у него какие хорошие. Куда выйти? Ну-ка, ну-ка. Ну что, все желающие зашли? Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя, сокровище благих, и жизнеподателю, приди, челичавны,
и очисти всякие скверны, и спаси блажи души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше собрание и пребудь с нами. Господи, благодарим Тебя за все. Во всем да будет Твоя святая воля. Господи, Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.